Угоняем Бугатти! Угоняй, угоняй, давай, давай, поехали! Я не могу сесть, она... Давай! Я смогу, я еду, да! Эмиральд. Так. Эмиральд, как ты спишь? Ой-ой-ой! Не пугай! Как ты спишь? Как ты вообще ты ноги на подушку закинул? Чувак, ну я же Эмиральд, мне можно. Ух, слушай, что, где я, черт возьми? Что это за дом такой странный? Мы на крыше какой-то находимся. Вообще-то мы в летних приключениях. Точно, мы в летних приключениях. За окном посмотри. За окном посмотри. Что там у нас? Ночь. Ну-ка. Ночь, да. Реально ночь. Да, что ж, и что же мы сегодня будем делать в наших дорогих, любимых летних приключениях? Самое время пойти посмотреть на город. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Нези и Эмиральд, ваши покорные слуги. Да, которые так долго такие вот гады не выпускали летний цикл летних приключений по неизвестным причинам. Но на самом деле причины довольно-таки известны. Это лень, враг творчества и все такое. Но с другой стороны, вам это не надоедало. Не надоедало. И мы очень довольны, и тоже мы с новыми силами начинаем снимать. Да, и что же, дорогие друзья, что у нас тут есть? Давайте посмотрим. Это у нас человек, продавец одежды. Я не буду ничего покупать, потому что мне ни на что просто не хватит. Хотя, погодите, нет, мне хватит. Мне хватит на мне хватит на солнцезащитные очки. Я, пожалуй, их и куплю. Угу, давай, покажись. Ты так красиво в них выглядишь. Что они у меня на бок? Кайф. Ладно, во. Знаешь, как будто мне их разбили, такой. Я такой. Не, типа, вот так вот. Не, знаешь, вот так крутой, да, такой. Блин, ща. Блин, давай крутись. О, получилось, получилось. Не-не-не, ничего. Во. Так, типа, крутой, такой. А тут. Черепушку въелись. На, забери свою палёнку. Так, китайская, как... не знаю, китайские какие-то, не знаю. Что с этими лестницами не так? Тут что, панды живут? Кто? Панды. Панды? Ладно, придем. А может тут вообще приматы живут? О, Макдоналдс, Макдоналдс, иди сюда. Макдоналдс, Макдоналдс. Макдоналдс. А шаурма есть, слушай? О, шаверма, смотри. Шаверма, черт, мне не хватает. Нет, я не могу без шавермы. На, держи, 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 держи. Ты где? Спасибо, ты мне купил? Да. Я тебе обожаю, спасибо, так. Картофель. О, сладкий хлеб, куплю сладкий хлеб. Mountain Dew тут есть. Сладкий хлеб для братишки обязательно купи. Смотри, нажми на нее и посмотри в чат, в чат, в чат. Чего кушать будем? Чего кушать будем? О, давай покушаем, иди сюда. Давай, только вот почему-то я не могу кушать. Только я не хочу кушать. Я тоже не хочу кушать. Давай лучше посмотрим, что здесь есть. А вот. Это кто? Ой, я убегаю, стой, я напал на охранника. Пошел нафиг от моего друга. Застрелили на месте, короче, уходим. Он, походу, на меня плюнул, у меня тошнота. У меня тоже тошнота. Он у меня харкнул чем-то. Фу. Фу, засранец. Окей, пошли дальше. Окей, идем, идем. Ай-яй-яй. О, это, короче, райд. Енотик, смотри, енотик. Райд для ассасина. А, я не вижу енотика. Вон внизу бегает, видишь? Я не вижу, к сожалению. А, окей. А, у тебя темно. А, вот. Ай! Ты что, куда ты упал? Упал. О, енотик. Ми-ми-ми. Но... Ставим лайк за енотика. Да, на, кушай сладкий хлеб. Сто, я его приручил. Как его назовем? Давай назовем его братишка. Ты же его хлебом приручил. Братишка, окей, братишка. Так, братишка, пойдем. Слушай, я его реально хлебом приручил. Я серьезно тебе говорю. Это братишка теперь. О, я могу... Братишка, братишка, я тебя покушать придет. Да, окей, что же... О, он что-то издает звуки. Он мурлычет. Пошли, чё так, ты? Что-то я нифига не вижу, давай уж какой-то факел зайдем или в дом какой-то, не знаю. Тут нифига не видно абсолютно. Давай в этот дом, наверное, зайдем. А, у меня ночное зрение. Ой, там впереди негры. Слушай. Нет, ну нафиг этих негров, они еще нас убьют, не знаю. А, я зайти не могу, чё-то. Расстреляют нас. О, тут викос, смотри, тут викос. Какой еще викус? Где? Чего? Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Человек из текстурок, какой-то, который мнит себя викосом. Чё за фигня? Пам-пам-пам. Окей, пошли дальше. Окей, ладно, ссылку понял. А где братишка? Ушел. Братишка, ты где? Блять, ушел. Ладно. Стой, тихо-тихо, слушай звуки. А, нифига, чё это такое? Тихо. Ну, уйди от меня. Так, ты меня убил.
Ой, ё, извини. Ой, знаешь, где я заспавнился? Чёрт! Ой-ой. Ой, чёрт, меня... Он чуть не убил меня. Стоп, что? Что? У бомжа 64 железных монеты. Чего? Это бомж был? Это бомж или наемник? Окей, ладно, знаю, уходим с места преступления. Пошел он нафиг, не знаю. Ты где? Ну, его... Так, окей, идем сюда. А где братишка? Что? Братишка, ты где? Да не знаю, куда. Надо его в доме запереть, чтобы он не ушел никуда. Да, только мы пока что не имеем тут прописки, поэтому... Да, надо будет взять прописку. Да, мы тут не прописаны, мы прописаны в том Техасе, в той деревне, ага, непонятно. В той глуши. Вон наш вертолет, смотри, иди сюда. Давай отвоюем у негров, слышь его? Давай, слушай, только вот надо пойти поспать, чтобы ночи уже не было. Да, и надо найти братишку сначала. И братишку обязательно. Стоп, подожди, надо в Макдональдс зайти, потому что мне кушать хочется. Стой, я внизу какие-то звуки слушал. Стой, вот стой, Эмиральд, иди за мной. Вот смотри, я, короче, стоял вот тут, да? Стой, вот тут, вот тут, стой, иди сюда. И слушай звуки, стой. Тихо. Тихо. Вот, стой. Что это? Что это? Кто тут пердит? Это кто? Что за пахом? Значит, ты где потерялся? Я тут. Где я тебя нагнил? О, негры стреляют. Ай, нет, уходи, негр, уйди. Ты кинь на него, слышишь? Кто? Да кого я не вижу. О. Поехавший. Иди сюда, давай негров перестреляем. Ай, по мне стреляют. Какой-то чувак в найках идет. Сейчас я к тебе подойду на изи. Ай, он меня сейчас убьет. Где? Ты где на изи? Вот я, спасай меня. Черт, мне кушать дико хочется. Во, все, о, монеты с них выпали. Давай в Макдоналдсе купим что-нибудь. О, давай. Стоп, давай сначала негров убиваем. Вот этого, на улице охранников. Да. О! Давай. Йо-йо-йо-йо, 3 хп. Ушел. Ты убил? Да. А, нет. Ты чё? Не-не-не-не, у нас мало хп, нужно идти в Макдоналдсе покушать. Да, пошли. Да, а то мы так просто не сможем. О, заодно и утро наступит. Меня гангстер сбил. Гангстер? Ну, естественно, а кто это? А где Вахдоналдс? Негр-гангстер. Вот здесь. Здесь? Вот. А, да. Раз вот этот с палеными очками своими, не знаю, с Алиэкспресс, и откуда? Да. Нет, это не с Алиэкспресс, это вообще... Амазон? Нет, не знаю, с чего-то другого какого-то. Ай, ты бьёшь. Hello, easy go, ушёл. Чё тебе купить? Я сам тебе куплю. Иди сюда, давай вкусный торт. О, давай вкусный торт купим. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, вкусно. Кто не понял, это отсылка, короче. Да, это отсылка к моему прошлому темному. Можете это темное прошлое узреть у меня на канале в моих ранних видео. Окей. Немножко пропиарил свою старую машину, ну и дай пофиг. Найк, смотри. Найк. О, круто. Модник, смотри, это модник. Да. В Найк. Интересно, он продает альбомы Фараона или что-то такое? Он продает липкие противопехотные гранаты. О, пошли, слушай, пошли эти печеного картофеля купим и липкую гранату кинем этим. Неужели этот чувак настолько голодный и нищий, что он за еду продает оружие? Гранаты. Сейчас, сколько ему картофеля надо, посмотри. Вот что с людьми делает мода. О, картофель. Картофан стоит 4. Иди сюда, купи один картофан еще. Я купил, я все купил. Вот он к нам пришел. Он пришел к нам. Так, все, можно купить липкую противопехотную гранату. Дай мне одну картошку. Стоп, а почему я не могу ее купить? Дай одну картошку. Вот. Все. Да бери. Ой, черт, мне нужна еда. О, там торж еще остался. Сейчас докушаем. Странно, не знаю. Ем. Все, ой, вкусно. Что-то он не хочет ее брать, видимо, он зажрался. Видимо, зажрался со своими гранатами. Не очень-то и хотелось. Да. О, слушай, а пойдем купим гранаты, если они, конечно, тут есть в амунации. В амунации, давай. Амунейшн. Или как-то оружейная, ну, короче, из GTA такая штучка. Да. Там оружие продают. О, тут негр. Негр купил тачку, смотри, что за тачка. Это Франклин, смотри. Какой Франклин? Это реально Франклин. Его нанять можно. Давай наймем его. Давай, он нам поможет себе подобных пересмех. С смехами, да. Да. Ой. Так. Не по карману. Так, у меня одна монетка, пошли негров постреляем. Ой, черт, он мне сдачу не дал. Кто? Франклин?
Я его нанял на 120 дней, он мне сдачу не дал. А вот твои деньги-то, ё. На, 17 монет. Да, оставь себе, ладно. Пошли тогда. Ща, он все за тобой бегает, да? О, смотри, тут же модули можно прикручивать к пушкам. Давай что-нибудь прикрутим, может, купим. Не знаю, тут нет. О, слушай, давай скинемся и купим винторез. Давай, на. Так, сколько? Держи, у меня 17 монеток. О, 17? Черт, винторез 31 стоит, нам не хватит. А, нет, хватит. Да, ВСС винторез, так, и патроны к нему уже. Так, оп. Как думаешь, винторез 6? А, во. 8 обух нам хватит? Сколько? Да, да, хватит. Ой, нафиг я скорпиону купил оружие. Так, дай ладно. Мне скорпионы. А у меня нет скорпиона, у меня есть только патроны к нему. А. Эй, нига, а. Нига, 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 нига. Иди сюда. А, окей. Встань вот так, да, да. Во. Да? На, и на меня смотри. Эй, Франклин. Во. Йо. Все, нормально, все, пошли. Окей, давай. Погнали. Так, куда пойдем? А, к неграм. Ну, к неграм, конечно же. Мы же воевать будем, собираемся с ним. Что это за звук страшный был? Не знаю. Так, у меня есть классный винторез, которого сейчас всех и постреляю. У меня калаш. Жалко, у них нет патронов. Вообще, в идеале нужно было с машины идти, но поскольку мы крутые ребята, мы можем и без машины обойтись. Да. Опа. Опа, стреляю мега точно. Оу, перезарядка. 7 патронов. Отстань! Все, негров положили. О, смотри! Это... Что? Это бумер! Где бумер? Вот! О, он... Смотри, перестрелка негров! Офигеть! Смотри! Где-где... О, офигеть, бумер, реально. Давай садись. Реально. Садимся. А, ты можешь сесть? Черт, он одноместный. Стой, давай тогда к дому подгоню к дому и приду. Окей, давай. К нашему дому, да? Подгоню. А я так поснимаю, это кинематографично. Окей. Сейчас к дому нашему подгоню его. И дальше, пойдем дальше захватывать. Ты пока жди меня, окей? Окей. Ты пока не иди никуда. Ой-ой-ой, коп. Ну ладно, я сквозь него проехал. Бывает. Он так прикольно едет, слушай. Это еще маленькая скорость? Это маленькая, самая минимальная. Ой, я в тачку Франклина заехал, ну ладно. Топовая маскировка просто получилась, не знаю. Все, ладно, поехали. Ты паркуешься как Ашот, не знаю. Да и ладно. У меня здесь все равно прописки нет, я и есть Ашот. Ну да. Меня, в принципе, так и есть. Хорошо, ко мне хоть полис-офисер не прифигачивается ко мне. Да. Не просит документы. Да, да, и слава богу. Ох, тут добрые полицейские. Так, черт, мне надо покушать. Ну ладно, пофиг на еду. Так, давай сюда вертолёт. Сюда. Так, что, может, еда есть у них в доме? Может. Не знаю. Так, фрич, что-то у них вообще ничего нет, живут бедно, походу. О, сюда иди, смотри, тут душ. О, можно помыться. О, туалет. О, заработал достижение запор. Тихо. Франклин охренел. Пошли отсюда. Ой, дикость. О, кровать. О, негр. Воу-воу-воу. Фига он дерзкий. Фух, спасибо. Не за что. О, магнитофон. А, чего? Пошел отсюда. О, погоди, Франклин сейчас всех перестреляет. Закрываем дверь нафиг. Ой-ой-ой. Давай пока смотреть телевизор. Ай, меня убили. Черт. Окей. Ладно, пофиг. Сейчас я к тебе доберусь по-быстренькому. Ай, меня тоже убили. О, да, бывает. Hold up. Ладно. Три. Так, мы вернулись сюда. Да, что же, так, снова Франклин с нами. И сейчас мы продолжаем войну районов, как бы у негров пытаемся отвоевать наш вертолет, любимый вертолет. Наш транспорт. Так, да, монет. Сколько мы уже денег нарыли себе. Ой-ой-ой! Тихо-тихо. Так. Давай, запаливай. Окей. Оу, меня убили. Ой! Ты меня убил. Думаю, ты тебя случайно убил. Получи! Сбегаем! Ау! Все, стой! Так, ждем, перезаряжаемся все. Ой, ё-моё, патроны кончились. Наш панц, у меня есть стингер. Давай, открывай, ты стрельнешь. Ой-ой-ой, у меня нет патронов. Да. Так, уходи. Опа. Что ты делал? А, стреливаешь. Все, готов, да, открывай. Вот, отлично. Раз, два, три, давай. Ау, чё убьют? Закрывай. Не убивай! Нет! Придется опять туда ползти. Да что такое-то, ну? Да что ж такое, черт возьми, да. Так, все, мы идем снова туда.
Да, надеюсь, в этот раз у нас все получится. Так, получи. Минус. Да. Че? Так, есть еще там кто-то? Черт, а Франклин, что ли, у меня? Не-не, он... А, тут король гангстеров. Черт. Сейчас он умрет. Ой, я убил его. Все, он умер. Да. Ты меня убил. Ё-моё, да что же, я опять не туда попадаю-то. Ой-ой-ой-ой, сейчас застреляют. Все, погоди, жив. Вот я... Опять что, тут, что? Да как так? Ай-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Фу. Закрываем так. Нахрен. Там еще подоспело это. Ладно, пошли вниз. Да, пошли. Тут... У него тут кресло такое бомжатское, я не знаю. А, еще негры. Черт. Черт. Так. Ой-ёй-ёй. Отстань! Отстань! Не надо, не убивай! Да черт, тебя убили! Это меня тоже убили! Чуваки, мы уже задолбались туда-сюда, блин, ползти. Это нереально просто. Так. Опять он спаунится. Пытка не пытка. Пенега какие-то, как-то не знаю, респаунится очень быстро. Ой. О, Франклин здесь. А куда они там деваются? Ай! Это подкрепление подоспело негров. Нет, нет. Тебя убили? Нет, меня еще не убили. Все, надо покушать картофели. Меня так просто не взять. О, тут гараж, слушай. Тут... О, слушай, точняк. Слушай, давай я сюда. А не, а там нельзя войти. Надо через низ только. Можно. Ай! Вот так вот. Давай, ты открываешь, я убиваю, давай. Ай! Сзади подкрепление, ёп. Черт возьми. Патроны на исходе. Принеси мне покушать что-нибудь. Покушать? Ты где? Да. Давай. Так, заминусовал, давай, врываемся. Я крутой. Нет! Чёртовы гангстеры! Я буду жить! Так, стой. Раз, два, три! Ай! Черт, умер. Ой, ладно, сейчас я быстрее прилечу сюда. Ай, черт. Так, лети, лети, лети быстрее. О, давай. Так. А это этот Франклин. А, Франклин. Он это... Так. Ой, блин, прости. Ай! Опять меня убили. Давай. Прости, я тебя случайно убил. Ничего страшного, я же тебя тоже убивал случайно. На рожон полез. Блин, мне нужно покушать. Так, погоди, окей, картофан сожру. Все. Подожди. Ай! Будь здоров. Давай, готов? Ой, спасибо. Чем? Ой. Фу. Заспавнился, ой, негр. Ай! Ай! Я тебя спас. Спасибо. Так. Ну-ка закрыл. Ну-ка закрыл. Ну-ка закрыл. Да, спасибо. Да что ж такое, извини. Зверян, гангстерские так. Разборки. Раз, два, три. Ну, тихо ты, Геральт. Так, собственно, ой-ой-ой-ой. Я уже просто не знаю, когда мы их уже убьем просто. Они просто жесткие ребята. Ну негры же. Черт, сидеть там! Помоги! Ай! Фу! Я отстрелил его. Как дичару. Фу! Давай-давай-давай! Все, врываемся в подвал! Давай-давай-давай-давай! Умирай! Я умер! Минус-минус-минус-минус! Не минусуй! На нем! Эмеральд! Ай! Нет! За что? Тэпайся ко мне, быстро! Я живой! Давай, живи, живи! Все, минус он был. Первого. Эмеральд, живи! Давай, вниз, в подвал! Так. Давай, быстрее, быстрее, в подвал, пока не отреспались. Эти гады. Так. На! Ай-яй-яй! Открываем ворота! Я открыл ворота, есть! Тэпайся, тэпайся, быстро! Есть! Ура! Чувак! Ай-яй-яй, отвлекающий маневр! Ой-ой-ой! Тихо! Сначала дверь! Блин! Черт! Короче, мне надо тоже на постельке поспать, чтобы я мог это, тэп, ну, здесь быть. Короче, пошли, давай, еще раз.
Да, еще раз. Чёртовы негры! Давай, не знаю, выломаем окно, чтобы из него прыгать сразу можно. Слушай, у нас же много монет, давай купим больше оружия. Да. Так. Так. А где амуниция-то, собственно говоря? О, знаешь? Куда я зашёл? Знаешь, что я могу купить? Митсубиши. Ну? Митсубиши. О, все, я могу покупать. Так. Точно, Мосберг! Универсальное Мосберг. Оружие. Давай, где? Не, стоп, что? Что? Dragon Breeze Shell! Чего? Чувак, они жгутся! Жгутся? Они жгутся, они поджигают врага! Погоди, стой! Покажи где! Офигеть! Погоди. Смотри, он эпичен просто! Как называется, Мосберг? Оружие? Да. Он еще и со скином таким красивым. Окей. Слушай, чего-то сейчас будет жестко. Сейчас мы точно их победим. Окей. Давай. Сейчас, куплю погоди. Так, сейчас, триста контрольный куплю. Все. Нифига себе, они все освещают. Мы сейчас домой просто прожжем. Да. Окей, да. Давай. Жди меня, жди. Паучи. Фига у тебя там, что происходит? Пожар сейчас ему устроим. Firestarter. Ай. Я поджег. Ай, валим. Так, а сейчас как в Думе будем. Раз, два и три. А, я горю. Нет. Я поджег сам себя. Я сам себя тоже поджег, жесть. Черт! Меня же зафризило немного. Черт. Черт, выжить бы. Так, я сейчас. Почему выжил? Я сам себя поджигаю, ты? Не жесть знаю. Какая-то. О, я выжил. Я сам себя поджигаю. Ай, дай 5, я сам. Ну все, я труп. Ой, ладно. Дай 5. Еще раз. Топ-5, дай 5. Топ-5, дай 5. Это жестче, чем топ-5. Дай 5! Жесть. Ай, да не респаунится бесконечно. Так, готов залетать сюда. Мы же ворота открыли, да. Пошли. Точно. Погоди, освещение сейчас придет. Ай! Нет, я умираю. Чёртовы негры. О, прямо отсюда буду. Не, так нельзя прыгать. Окей. А то раз... Так, давай я первый. А ты не пока не прыгаешь. Чё, погоди. Ты где? Эмеральд? Я тут. Тут это где? А, возле тебя был. О, слушай, там внизу нельзя поджигать ничего, потому что это, там машина стоит, надо ее угнать. О, черт, что же делать? А, точно, у нас же есть нож. Тихо. Ну за что так, вы давай меня так, ну? Ты меня побил. Уходите! Франклин горит. Чёрт. Ай. Тебя убили? Да. Так, раз, два, три, погнали! Нет! Я смогу! Есть! Угоняем, угоняй! Угоняй, давай, уезжай. Давай, поехали! Я садись. Не могу сесть, я надо. Давай! Я смогу, я еду, да! Нет, по мне ведут негры огонь! Черт! Черт, я не знаю, куда еду! А, вот, все, я приехал! Ой, черт, я впилился! Ай! Куда ты впилился? Все, отстань, все! Главное, чтобы негры нас это не запалили, где мы живем. Все. Эмиральд, ты где? Ты куда поставил? Я тут. Никуда, я куда-то врезался. Все, выходи из него нафиг, давай на заправку. Стоп. Точно. Факела. Вау-яй-яй. Сейчас припаркую к дому нашему, да? Угу, припаркуй. К Франклину, да? Он же уже... Офигеть. Вот. Ну, вместо вертолета зато хоть две машины. Смотри, как я припарковал. Очень весело ты, конечно, паркуешься. Во, нормально, да. Вот так. Черт, вперед немножко. Во, все. Так, что, давай делить машины. Наверное, BMW будет моей, а Bugatti твоей. Окей. Смотри, Grand Sport написано. Grand Sport? Круто. Офигеть. Вот стой, сюда, стой. Да. Блин, да. Жесть. Классно. Это просто непонятно. Это просто была эпичнейшая серия. Мы наконец-таки у негров что-то отобрали взамен да. За вертолет. Ну, в следующей серии мы все равно вертолет угоним. Да, и... Негров истребим да. Полностью. Кроме и Франклина, кроме Франклина. Взорвем. Ну, Франклин нормальный, он хороший да. Чувак. Так, что же.
Что же мы можем тут сказать, в принципе? Это была очень эпичная серия, вот что можем сказать. Это было просто эпично, было море эпика, море экшена, море всего просто. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки. Всем пока! Пока, друзья!